Всем доброе утро. У нас, оказывается, дождь был. Ну, наверное, такой, только асфальт намочил. А так вот такая погода, пасмурная. Ну, хорошо, на улице тепло. Фиалочка моя опять зацвела, представляете? Прямо цветет и цветет, красавица. То есть ей тут нравится на балконе. Розы мои тоже цветут. Я сейчас одеваюсь, иду с Чарли гулять, потом заеду в Лидл. Потом мне еще нужно в собачный магазин заехать, пакетики купить Чарли. Я не Чарли, а для его какашек. А для начала пойду позавтракаю. И этот, мне еще горшки надо, пару горшков купить, чтобы пересадить папоротник. И вот другой тоже. Этот растет, этот ему что ему и будет, ничего не будет. Все растет и растет. Этот фиалка тоже, смотрите, какая большая. Обзор вам моих цветов. В общем, вот такая у нас погода, вот такое у нас утро шикарное, мне кажется. Пойду завтракать, одеваю. Завтрак у меня обычный. Тост и что еще? И кофе, и цикорий. Кстати, я уже говорила, мне не очень нравится. Пресновато. Вот, который я покупала раньше, смесь цикория с лаками, был намного вкуснее. Я его в следующий раз обязательно куплю. Пойду, наверное, немножечко накрашу, потому что сегодня очки не... Я обычно это... Ну, когда не крашусь, очки надела, и все, и красиво. А сегодня посмотрим, какие очки. Тоже хорошая песня. Три желания. Три желания твои. В общем, слушаем музыку. Смотрите, какое у нас прекрасное утро. Пахнет такой свежестью. На улице прям комфортно гулять. Немножко, конечно, влажновато, но нормально. Зато не жарко так вот сильно. Хотя солнце припекает. Сегодня более день спокойный, сегодня уже все на работу. В эти выходные народу у нас много приезжало сюда, потому что были, так как суббота был праздник, поэтому все на морюшко кинулись, но уже уехали. Велосипедисты сейчас меня ругать будут, скажут, это дорожка для велосипедов. А когда они ездят по дорогам для пешеходов, это ничего, так и хочется им пиндюля вставить. Да, вот так ругаются. Но эти иностранцы эти не будут ругаться. А так, я однажды тут шла, вот тут, и прям мужик, это дорожка для велосипедистов. И проехал быстро. Нет бы остановился. Я бы с ним пообщалась, я бы ему объяснила, где раки зимуют. Но нет же, уехал. Испугался, гадина такая. А вот жасмин, смотрите, пахнет обалденно. О, как пахнет вообще суперски. И все, квартиры пустые, все закрыто. Все, кончилось. Правда, она уже давно закончилась, лет. Но все равно. И ни капельки даже не грустно. Можем гулять спокойно, никто нам не будет мешать. Смотрите, какие у меня сегодня красивые кеды. С бусинками. Блестящие. Иду блестить, подхожу блестить. Ну, вы поняли. Люблю все блестящее. Так, все, пойдем обратно, Чарли. Я так давно была, не была в Леруа Мерлин. И вспомнила, что здесь можно горшки купить. Ледики у меня такие есть. Вонючки. Вкусно пахнет, кстати, вонючка. Ванилья. Вкусная. Так, в общем, я за горшком пришла. Смотрите, какая няшная тематика. Декоративный, да? Функциональный свое никакую не несут, мне так кажется. Так, где у нас горшки? Ой, блин, понюхала. Понючку прям пахнет.
Смотрите, какие классные. Мне вот Чарли нужно вот такую одну купить, потому что он у мужа забрал. Прикольно, мягкие такие. 20 евро стоят. Так, горшки у нас вон там ходят. Ну, Лерой Мерлин вы видели, поэтому... Мне нужно горшки посмотреть и землю для этих. Для папоротника. Горшки у нас где? Такие только... А, я хочу, знаете, какой белый горшок. Белый. В общем, буду выбирать, потом вам покажу. Потому что Чарли в машине, как бы долго не хочется здесь торчать. Магазин. Вы знаете, здесь вот парковщик есть. Но они нелегальные. Но меня что бесит? Я вот сейчас сама припарковалась. То есть сама увидела место свободное. Мне не надо парковать. Ну вот они такие навязчивые, что прям мне как-то не очень нравится это. Оля. Ну я ему ничего не дала, потому что я не вижу. Я за работу заплатила бы и все, но я сама припарковалась. Смотрите, какая прелесть. Господи, как я люблю животных вообще. Господи, сладкий такой. Ой, какие пушистики. Мыши. Вот мыши как-то не очень. Хомяков обожаю. Ой, ты, господи, ты посмотрите, какая прелесть. Это вообще такие узкие розовые. 41 евро стоит. Моя муляпа такая. Ой, ты, господи, такие классные. Так, я зачем пришла? За пакетиками. Пакетики. Пакетики. И штучка мне вот такая тоже нужна, знаете. Потому что у меня на одном поводке есть, а на другом нету. С которым я гуляю и нету. Вот возьму. Вот со скидкой 5 евро. Ну, пусть красный, зато с короной. Он же у меня король. Тут вот много. Такая штука мне нужна тоже. Ну, блин, что-то она дорогая, эта штука. Подешевле нету, что ли? В китайском подешевле есть. Ладно, буду выбирать. И в Лидл погоню. Я, в общем, уже Чарли отвезла домой и кое-какие покупки. Ну, там немножко совсем купила. Сейчас иду в банк. Нужно заплатить налоги и спать спокойно. Потому что я бумаги-то на той неделе забрала. Заплатить еще не заплатила. У нас до 20 числа. Если не заплатишь до 20 числа, 5% штрафа. Ветер поднялся, видите? Такой интересный. Интересный ветер. Ну, хороший. Зато не жарко на улице. Не знаю, слышите меня или не слышите, поэтому отключаюсь. Ветрохан. 20. Так, все долго. Я уже успела и гармошку сделать из номера, и помять, и что только не сделала я уже с этим. И все, сижу. И осталось 3 человека. Ну, может быть, еще больше, потому что я не понимаю, как они тут ходят. В общем, не люблю я эти дела сидеть и ждать. Хорошо, хоть сижу. У нас поднялся сильнейший ветер. Вот такие горшки я купила. Белые. Поддоны тоже. Потом пересажу. Я себе разделала ананас. Вот 2 таких получились. Очень вкусный ананас. Потому что если больше, он уже переспеет. Там у меня готовится суп-пюре овощной. И я еще купила. Вот говорите, я уже который день собираюсь делать паэлью. Но паэлью нужно кушать горячий, только что приготовленный. Сейчас в банке сижу, муж сообщение присылает, что он куда-то там в Малагу ему надо ехать. В общем, все. Какая паэлья? Мне на одной ее не надо. А он потом разогретую ее не ест. Он говорит, она уже не такая вкусная. В общем, рис уже распарится. И такой никому здесь не нравится. Если... Поэтому вот никак не... Хотя все есть для паэльи. Ну, и очень ее хочется. Но как-то на одну себя мне не очень хочется. То есть, если суп он сейчас сварится, ему с ним ничего не будет. Его можно разогреть и покушать. Я купила вот такую мерлуза. Мерлуза это, наверное, хек, да? Сейчас пожарю себе 2 штуки и 2 штуки потом, когда он приедет ему, и все. В суп я добавлю вот такой вот плавленый сырочек,
очень вкусно. У меня там все бурлит. И вот так, такие дела. Ты что хочешь? Ты что хочешь? Сходил наверх, позагорал. Такой позагорал там. Да, моя рыба сладкая. Мама готовит, да. Сегодня тебе ничего не перепадет. Хотя рыбку он сожрет с удовольствием. Вот такой супчик и рыбка. Всем приятного аппетита. В спортзале душ не пошла. Там столько детей. Вообще маленьких, знаете, что не протолкнуться. Хотя я уже повторяю, что есть раздевалка для детей. Я не знаю, почему они туда не идут. Почему они все прутся для взрослых. Не понимаю. Мне так и хочется спросить, а почему вы не идете для раздевалку для детей? У меня тут яблоко. Вот. У меня даже сегодня одна, ну там, как это ее назвать-то, ну, которая тоже на зумбу вместе ходим, женщина, говорит, она тоже всегда в бассейн ходила после зумбы, говорит, отобрали у нас бассейн? Я говорю, я такая сразу не поняла, говорю, кто отобрал? Она говорит, ну, дети там везде плавают. Я говорю, это точно, блин, вообще. Она говорит, столько детей, как говорит, как-то надо это сделать, чтобы, ну, чтобы там дети как-то, не знаю, в другое какое-то время или совсем закрывать бассейн для взрослых. В общем, как-то вот с этим вот вопросом у них как-то сложно. Как-то неудобно, можно сказать. У меня там вещи высохли уже. Ой, сейчас пойду разбирать. Нет, сначала я пойду в душ, потом разберу вот эти вещи и пойду пересаживать цветок. А еще пропылесосить. Ну, посмотрите, что творится. Открыть невозможно ничего, потому что все улетает. Снег кружится. Так что будем опять закрытыми. Пойду цветок пересажу, вот эти цветы. Вот этот папоротник. И вот тот. Я эти белые горшки специально купила. А, еще сделаю себе маску. Я вот только маску купила. В Приморье сегодня зашла. И купила вот такую маску. Какая-то Господи, как же ее выговорить-то? Иалуроновая кислота. Во. Надо ее попробовать нанести. Она как-то там что-то там мешается. В общем, даже не знаю, что это такое, как это делается. Сейчас посмотрим. Пока пойду купаться в душ. И пропылесосю для начала. Нет, наверное, сначала пропылесосю, а потом в душ, правильно? Так логичнее будет. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Сейчас буду маску делать. Конечно, все это делают в ванной, но я не как все. Здрасте, приехали. Я буду по-своему. Мне здесь удобнее. Вот мне тут зеркало, и я там в ночнушке уже. Да, я уже в ночнушке. А что делать? Куда? Я никуда больше не пойду. Я вот так устала вообще. Поэтому буду отдыхать. Лицо прошлось тоником уже. Сейчас посмотрим, что тут, как с ней делать. Так. Так, нужно постучать, вот так, наверное, вниз, так написано. Так, что там дальше? Семь ложек воды, в общем, ладно, приступим. Я вас тут поставлю, чтобы удобно было. Значит, уйди, Чарли, не до тебя. Все ему интересно. Самое интересно. Открываем. Ой, что тут
такое вот не открывается. Вот тут какая-то штука, которая мешает. Знак качества, что ли? Ой, какой-то вообще непонятный. Ой, плохо открывается. Ну ладно, нормально. А, вот тут есть ложечка. 7 ложечек воды, да? 7 ложечек воды. И перемешать все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Эта маска стоит 1,50 рубля. Ну, 1,50 евро. Перемешать, чтобы был как гель. Мешаем. Надо было все-таки в какой-то емкости другой делать. Это какая-то... Порошок. Наносим, наносим. Вам видно меня? Так. Так видно, наверное, да? Hello! Я уже вся вспотела, пока мешала. Да. Минут прошло, будем снимать. Знаете, оно на лето очень хорошо, оно такой дает прохладу, скажем так. Снимается легко. Как мятная жвачка. Мятная жвачка. Там какие-то штучки есть. Но это не пленка, как силикон. Красивой буду, неотразима ни в одном болоте. Вот так вот. Ну, в общем, вот в таком плане. Пойду это я уже в ванной доснимать и кремами мазаться. Без крема не могу. Кожу всю сушит. В общем, вот это вот все надо водичкой смывать. Что у нас тут на улице? Ветер или не ветер? Вроде бы не очень. Не холодно, хорошо. Так вот. Я не знаю, видите меня, не видите. Я вас вижу. Виртуально. Я буду с вами прощаться до завтра. Встретимся с вами завтра на работе. Всего вам самого наилучшего, как и мне. Трудовой, легкой трудовой недели. И много денежек. Всем пока-пока и завтра.